Особенно вот кто ходит с прической такой, да, и могут цеплять там за волосы там, и так далее и тому подобное. То есть, ну, любая боль, ваше сознание будет уходить вместо боли. Да? Как можно быстро цеплять сознание? Ну, допустим, человек захватывает за шею, да? Я могу хлопнуть, зацепить, это работает. Да? То есть, когда я хлопаю, вот, оп, сознание здесь. И я выпускаю, начинаю работать. Или как захватывается, но все равно. Я хлопнул. И до работы. Захват, скажем так, за одежду опять, да, хлопнул и до работы. То есть вот это же большое похожее движение естественное по его месте, оно позволяет уже работать. То есть вы можете здесь хлопнуть, запустить, доработать там и так далее. То есть как-то его сознание отхлопать. Или ладонью, когда мы хлопаем, мы. Какой ногой не подождется? Лучше правой. Проекция левого полушария выходит на правую руку. Можно, скажем так, левой, но потом я смотрю, что должен сделать. Передать правой, да? Захватил, я правую передам. То есть хлопнул и передал правой. Я все равно потом... Просто на себя маленько раз. Да, ты можешь уже сразу. Ты можешь уже раз. Хлопнул. Я хлопнул. Все, что нужно, да? То есть вот эти моменты,